улица Петровская. Деревья срубили, и открылись такие красивые дома. Знаменитый европейский квартал. Так симпатично выглядит. А вот это красивое здание, это институт Антона Павловича Чехова. Раньше был факультет иностранных языков, наверное, так и осталось, только переименовали. Пошел. Второй маршрут запущен. Уже высадили цветочки. И зацвели тополя уже. Пух. Тополиный пух у нас появляется в конце мая. Можно прям ткань ткать, наверное. Да, с матиком не очень хорошо. Вот ветка пуховая обломилась, тополиная. У нас зацвела акация, аромат такой приятный на всю улицу. Улица Чехова. Не ирисы, а просто сказка какая-то. А это улица, переулок Антона Глушко.